Благотворительный концерт в парке Изумрудный. Очередное признание в любви к маленькой жительнице Барнаула Марусе Яценко. И очередная возможность помочь девочке. У Маруси редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Для выздоровления требуется самый дорогой укол в мире – Золгинсма. Его стоимость – 165 миллионов рублей. Больше половины удалось собрать. Осталось еще 70. Со сбором помогают волонтеры и просто неравнодушные люди. На благотворительном концерте разыгрывали сертификаты, билеты на концерты и многое другое. Все вырученные средства пойдут на лечение малышки. Если люди обращаются, наверное, они не могут, понимают, что если ребенок в таком состоянии, что его можно потерять, а они не могут сами это все осуществить. Но всем миром-то мы же всегда это могли сделать. Поэтому деньги небольшие, а участие многих даст какую-то существенную сумму. Получается, второй концерт уже был. Первый концерт был, получается, в августе. Я ходил на сценке. А здесь, ну, круто очень. Я всегда посещаю такие мероприятия. Я как бы сам по себе позитивный, люблю танцевать, поддерживаю как бы. И артист, и организатор, житель Барнаула Антон Фарунин уже второй месяц подряд организовывает благотворительный концерт для Маруси Яценко. В первый удалось собрать свыше 100 тысяч рублей. В этот раз рассчитывают на большую сумму. Сегодня на этой площадке выступают лучшие из лучших коллективов. Это ребята с большим добрым сердцем, которые сразу после моего звонка отозвались беспрекословно поучаствовать в этом замечательном мероприятии. И главное, что... Напротив сцены сидит этот ребенок Маруся Яценко, для которой, собственно говоря, весь этот праздник. Она смотрит, улыбается, а это самое-самое важное. Пока идет сбор на дорогостоящий укол, Марусе 12-й раз ставят другой препарат – спинразу. Девочка переносит его непросто. Он вводится в позвоночник путем люмбальной пункции, поэтому сейчас у нее болит спина. Такое бывает не всегда, не после каждого укола, но вот сейчас нас это беспокоит. Настроены мы, ну, нам раскисать нельзя, да, бывает дома там поплачешь в подушку и всякое разное. Конечно, не без этого, но у нас боевой настрой. Настрой боевой, несмотря на то, что времени мало. Укол нужно поставить до того, как вес малышки превысит 21 килограмм. Сейчас девочка весит 17 килограммов. Любой из нас может приблизить выздоровление Маруси. Реквизиты для помощи на ваших экранах. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.